уже снимали. Матвеев был, и вот этот высокий еще такой, лысый. А, это, ну я понял, Алазов был. Не знаю, да. И женщина темненькая такая, вот коры черные. Но организовали бы побольше. В красном сильном? Да, 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 в коротеньком. Вот они втроем ходили, мы двери... Туда нас не пускали, мы двери открыли туда. Там собрание было. Да, да, да. А что толку? Да, понял. Спасибо. Сами те, кто добросовестно за все расплачивается, получайте самые виновные. Это удивительное у нас положение. Склад Бишки забрать документы. У меня сын умер, 18 лет прислали. Прислали 18 лет муж. Склад Бишки, с морка взяли, наверное, документы-то. А на что прислали? На вывоз мусора. Сколько лет назад умер сын? 18. Как фамилия? Завтра будет. Который как? Умер? Да. Логинов. Логинов. 18 лет умер. Вы еще там в коридоре сфотографируете и на улице. Безобразие. Что, у вас тоже пришло наверх? Да, да. Тоже на умершего прибыл? И сколько лет? 13. Довольны своим благоустройством. У нас убирались на новоселок дороги. И мусорки были аккуратно убраны. Сейчас же мы только крысы ждем, больше ничего. Около мусорок все равно грязно. Очень грязно. Почему у вас нельзя снимать? Я проводчик. Запрещено. Почему? Откройте, почитайте должностных лиц. Давайте должностных лиц. У меня аккредитация Матвеева. В чем запрещено? Почему народу столько? У вас есть разрешение на съемку? Есть. Где, покажите. Есть, вот аккредитация. Да дайте я дверь закрою. А почему? Закрою. Нет, я хочу узнать. Извините, хочу узнать, почему столько народу? Дайте порядке очереди, узнаете. Какой? Я не даю интервью. Почему? На каком основании у вас народ на улице? До драки доходит. Да у нас уже на лестнице упал человек. На лестнице упал человек уже. Одни старики, а почему у вас здесь скорой нету, никого нету? Почему у вас одни старики, я вижу? Ни одного молодого человека, кроме вас, девушка молодой и там. Кого вам еще надо? Вот почему здесь принимаете? Где нам дали, там и принимаем. Дайте дверь. Кто вам дал? Я не буду отвечать на ваш вопрос. Почему? У нас не было договоренности о съемке. А я с вами не договариваюсь, вы в общественном месте, я вас снимаю. Если буду, имею право. А вы докажите, что не имею права. Ваше, пожалуйста, это ваше право. Все. Ой, извините. Давление совсем, температура стоят. Вот язык при мне, и все. Сказала, не выйду, пока не сделаю. Ой, сосед.